Основным ингредиентом является молоко, которое может быть в форме жидкости или порошка. В зависимости от сорта и цены лакомства используется один из них или оба вместе. Для придания мороженому дополнительных качеств и свойств его состав добавляют подсластители и стабилизаторы. Как делают мороженое? Первым делом берут сухое или жидкое молоко. Жидкое свежее молоко очищают от посторонних включений и пастеризуют. В зависимости от сорта мороженого уменьшают его жирность и концентрацию. Если используют сухое молоко, то его размешивают в воде до получения необходимой концентрации. Крутящийся барабан, наполненный чистой водой, постепенно засыпают сухое молоко. Сила вращения позволяет разбить образовавшиеся комки и превратить всю смесь в однородную. По рецепту добавляются ароматизаторы. Этот этап очень важен, потому что при малейшей ошибке вся партия будет испорчена. В охлаждающей установке молочная смесь постоянно взбалтывается при температуре минус 4 градуса. Вода постепенно кристаллизуется и превращается в лед. Во время перемешивания смесь добавляется воздух, которого в готовой продукции около 20-50%. Он придает мороженому своеобразную мягкую консистенцию и возможность обработки. За 1 час установка средних мощностей может произвести до 150 кг свежего мороженого. Упаковка. Мороженое загружается в большую емкость, с которой поступает в дозатор. Смесь автоматически фасуется в вафельные, пластиковые и бумажные стаканчики. Для получения формы эскимо огромный брикет мороженого проталкивается через форму и нарезается. Чтобы мороженое полностью затвердело, его направляют по конвейеру в холодильную камеру. Под воздействием температуры минус 40 градусов мороженое окончательно затвердевает и его упаковывают.